Мечты сбываются. Еще одна семья из Крымска обретет свое жилье в рамках федеральной программы «Жилище». Сертификат на сумму 572 670 рублей молодой семье Коваленко вручили в стенах городской администрации. У нас очень важный, значимый день и для семьи Коваленко, правильно, да? И для Крымской городской администрации. Решите от всей души поздравить семью, выразить благодарность и членам этой семьи за кропотливую работу по подготовке документов, ну и, конечно, руководителю нашего отдела имущественно Михаилу Николаевичу Игнатову. Эмоции переполняют, говорят будущие новоселы. Новое жилье они планируют купить на своей малой родине в Крымске. Очень огромное спасибо администрации, всем-всем, в общем, кто дал нам возможность такую, чтобы мы получили сертификат. Очень-очень-очень-очень приятно. Приобретать планируем, я так думаю, что в Крымске, в Крымском районе, чтобы как коренные жители мы хотим здесь жить. Сертификат на жилье действует 9 месяцев. За это время молодым людям предстоит определиться с выбором жилья. В банке на сумму, указанную в сертификате, будет открыт счет. С него и будут перечислены деньги продавцу жилья. А недостающие средства нужно будет внести самостоятельно. Программа «Жилище» продолжает работать. Уже скоро еще несколько молодых семей получат сертификаты. Наталья Корня, Иван Еремин, Анатолий Мажухин. Новости 24 Крымск.